Добрый день, Олег Алексеевич. Здравствуйте. Вы снова в Питере. В этот раз вы приехали сюда на несколько дней. Вам удалось посмотреть много наших достопримечательностей. Хотелось бы узнать ваши впечатления о городе еще раз, о международном фестивале, первом международном фестивале циркового искусства, на который вы были приглашены. Ну и так вообще. Я очень рад посетить Санкт-Петербург в лучшее, наверное, время. Это майские праздники, которые не только связаны с проведением экономического форума, фестиваля циркового искусства, но и с Днем города, ну а также другими мероприятиями. Петербург наконец-то предстал передо мной во всей своей красе. Он свеж, он зеленый, он теплый, солнечный, он очень гостеприимный. И я провел несколько незабываемых дней в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, ну, помимо того, что это культурная столица, сейчас, ну, настолько много впечатлений у нас за эти несколько дней. Это ночные экскурсии по каналам, мы прошлись еще раз по Эрмитажу, Петергоф. Вот, и много-много других мест, которые мы посетили, никогда не забудутся. Вот, и я очень счастлив, что нашел время. Вот и увидел Петербург не зимой, не дождливым, не пасмурным, а вот именно таким солнечным, майским. Вот Петербург — это супер город. Я увидел огромное количество туристов, буквально тысячи туристов штурмуют Зимний дворец. Вот, и другие его достопримечательности. Санкт-Петербургу есть что показать. Вот, это очень достойно, красиво, и действительно сюда только больше и больше должно приезжать туристов, чтобы это все увидеть. Спасибо. Я также рад, что я посетил первый международный фестиваль циркового искусства. Вот куда были приглашены лучшие из лучших артистов. Вот я увидел удивительную цирковую программу. И американцы, и итальянцы, и китайцы, и корейцы, и филиппинцы, и эфиопы, и многие-многие другие артисты показали лучшие номера циркового искусства. Вот, и никогда столько сконцентрированных лучших номеров мне не приходилось видеть. Вот, ну а сегодня я еще принимаю участие во всех этих мероприятиях. Очень приятно, Эдгар Запашный, ведущий всей этой программы, Сергей Беляков, замруководитель Роскомцирка Российской Федерации, Иванов Дмитрий Евгеньевич, руководитель, пригласили меня, и я получил огромное удовольствие от участия и в этом мероприятии. Олег Алексеевич, Питер всегда будет рад вас видеть. Надеюсь, что это не последний ваш визит, это только начало. Вы еще не все посмотрели, и мы всегда будем рады видеть вас в нашем городе. Спасибо. Привет всем питерцам. В ваш город невозможно не влюбиться. Вот. И я действительно буду чаще и чаще приезжать и дальше смотреть достопримечательности, общаться со своими питерскими друзьями, которых у меня с каждым годом становится все больше и больше и больше. И это позволит мне и по-другому принимать вас в Крыму, в Тайгане, понимать, что такое ваш город. Я его до этого приезда все-таки считал больше пасмурным, грустным таким, вот, мрачным, если хотите даже. Вот, но вот майский Питер развеял мои такие ощущения о нем, которые раньше не были. Погода встретила вас тепло, так же, как и наши питерцы. Да. Угу. Спасибо. Спасибо вам за интервью. До Спасибо большое. Встреч.